Православный календарь. Понедельник, 12 июня. Седмица вторая по Пятидесятнице. Петров пост. День преподобного Исаакия Исповедника, игумена обители Далматской. Вторник, 13 июня. Петров пост. День апостола от 70, Ерма. Среда, 14 июня. Петров пост. День праведного Иоанна Кронштадтского. Четверг, 15 июня. Петров пост. День святого Никифора, исповедника, патриарха Константинопольского. Пятница, 16 июня. Петров пост. День преподобного Варлаама Хутынского. Суббота, 17 июня. Петров пост. День святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. Воскресенье, 18 июня. Петров пост. Неделя вторая по Пятидесятнице. День всех святых в земле русской просиявших. День Григорьевской иконы Божией Матери. Православный телеканал «Добро ТВ» желает вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия. До встречи на следующей неделе!